Всем привет, это Мистер Хик. И мы продолжаем Элдари Тирингить. Я вот тут что-то, короче, вот это дерево, оно, ну, как бы, ну, не работает. И я забыл, что мне делать, потому что я ездил по делам. Я поступал на вышку, занимаясь поиском работы. А, я вспомнил. А, ну да, ну ладно, я так и сделаю. Ага, ей там что-то спасение, даровать, мир спасти. Ну как обычно, хидетаковский метод спасения цивилизованности мира. О боже, я просто посмотрю и... Да я посмотри! А я не буду ни с кем драться, я спидранец. Я убью. Ну да, перекач. Перекач. А как ты хотел, все по чесноку? А! Ой. Мне очень страшно. Ну это магия от Денринга, у них так принято. Ой. Ой, бля. Все видят, да? Рука мастера. Это твой друг, наверное, близкий был, да, как для меня, Тёма? Ой. А ты так не умеешь. А я так умею. Я понял. Я все тихо. Не умеешь победить, надо убегать, я понял. Я убегу. Я просто лут посмотрю и уйду. Вон там что-то хорошее лежит. Я вообще, типа, я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Крупный призрачный ландыш. Братан, я ж вот так вот. Так, уходи. А, да. Блин, как некрасиво. Нет, хидетака! Ты что, больной? Не надо, друг. А, сидись. Я понял. Да, сидись. Нормально умру. Папа, он это... Ой-ой-ой. Это ваншот, да? Ой, да ладно, это ваншот. Это не ваншот. Это хидетака. А, это он... Это ваншот, ладно. А как он похилился? Да. Нормально ты, Глина. Нормально ты, этот... Безымянный король повелитель огня. Нормально, друг. Я понял. Ты его хилит, ёпты. Подожди, я тайминг заучу, тихо. Он уже на контратаку пошел. Блин. Ну конечно, твоя мама, знаешь что? Ни хрена он маленький. Да я нажимал, да у меня нету стамины, все, нету лечения. Капец, мне бог там вытягивал, как бог, не бог там до последнего бога. Я просто, вот, не знаю, бог, я там спасал, как бог. Конечно, он меня кидает, но я мастер себя обычным воротом, я убил Радагона, он еще возможно, все моего тиммейта тушит. Я здесь не то самое, я буду играть как пешку сбегая, ну то есть, типа, я вот Он сейчас станет птицей, этой, которая хилится, но ультимейта потушил, а я вот тут, а, он тут полет прыжку, он тут в рубах, а я такой момент, типа, под затыльник за друга даю. И вот его, пока он не понимает, что происходит, мы его бьем. Просто бьем, еще и станет. И сейчас это будет цикл, он сейчас этот придурок опять подрубит свою эту херню под названием смерть. Да. Нет, он сделал это, он кидает молнии. У меня закончилась стамина. Я верю в себя, у меня орёт ветра, но мне пофиг, я это не буду вылетать, я хочу в этот. Да. Но я не вернулся, но я выжил. Мой тиммейт пришел на помощь, пока я крысу скидывал. Теперь спасаю тиммейта. Ну, достанет, я уже в анкоре попадет, поверь. Он жив. Он умер, не почувствовал. Красавчик. Вот это еще и захилился. Парный топор. Медальон с багровым янтарем плюс 3. Я думаю, это выгодное предложение. Куда ты? Как на мозг, нет? Я не понимаю.
Да иди ты нахер, твоя мать что? А, я дебил, я кончен. Это замок. А, так это который я понял. Нет, я не понял. Мне, чтобы в замок попасть, мне нужно что? Какому богу я должен помолиться, чтобы меня впустили в замок? Ну так, чисто по рофлу спрашиваю. Блин, там Тоха Логвинов сидит. А чё мне с Логвином-то делать? Он здоровый, а я нет. Тох, да не надо, Тоха. Тоха Логвинов. Ой, женщина. А меня не выпускает. Тоха Логвинов. Это Тоха Логвинов сделал. Вот так это. Он упал. Ладно, я разберусь по факту. Тоха Логвинов. Антошка. 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 Антошка, деревья, не роняй деревья. Антоха, ты дебил? Вообще неадекватный. Живот трясется. Ты дебил? Ля, какой красивый. Я убежал от Антона Логвинова, не помню. Антоха Логвинов не смог меня загубить. У него не вышло. Антон Логвинов продолжает мстить. Антон Логвинов, кстати, отомстил. Антон Логвинов, бессмертный. Дай мне ответ на вопрос. Как открыть ворота? Ты конченый, придурок. Этот чел просто меня безумно убить хочет. Он просто уже не мог. Он дверь увидел. Блядь, я в двери понял. О боже. Как некрасиво. Вот я и умру. А их трое, а я один. Как красиво получилось, кстати. Редан, рыцарь двойной луны. Ай, это женщина! Нифига себе ты! Она как это? Как это? Из 10 части. А, я, кстати, умер. А, ты на меня бил? Может, на меня? Давай не бери. Да, я хочу тебя убить. Ты такая классная. А ты меня убил щитом? Я не убил. А ты захлебал? Ты можешь это? Тварь. Блин, как он это ворот? Что она делает? Ну, она жестко фиксовать. Правильно, вот. Какой-то лёд. Просто нужно сбежать. Мой друг разберется. Я хотел прыгнуть. А мне страшно. Что она делает? Красивый бой, как танец. Пробьял звук. Страха нет. Я надеюсь, ты больше не встанешь. Не вставай, пожалуйста, я тебя прошу. Воспоминания о рыцаре двойной луны. 200 тысяч. А, тут камни. Мне кто-то объяснит? Блядь. Или так, а чтоб твоя мать переехал, КамАЗ, я клянусь. А там я не допрыгну. Я так не хотел, кстати. Кстати, было вообще не в моих планах. Какой благодать. Чё ты несёшь, блядь? Педик. Педик, ублюдок, сын шлюхи. Я тебя найду. Блядь. Это всё, ты его мой самолёт забыл. Дамаж это все странно. Не, ну красота. Да никто не против. Не против, я посмотрю, как вы деретесь. Вообще не убивали, он похоже. Он его не убил, как? Он один остался, не все товарищи убивали. Вот бросил до последнего товарища. Вообще его похоже. Ну, даже дождь пошел.
Там битва просто не равна. Тот бежит, его бог, дракон сейчас все равно ничего противопоставить не может. Он реально один бьется с ним. Я жду, когда он убьет, чтобы залететь на тусовку и подсосать дракона. А, ты серьезно? Я мог подрастать его штуку. Смешно, я не могу, я бегемотом дерусь. Пумба не хочет остепениться. Он плохой, Пумба. Мой кент на ваншот стоит. Пумба умный. Хороший был Пумба. Прибытый совершенству. Осколок дерева упадка. За Пумбу дали 200 тысяч. Пумба 200 тысяч, что? Хорошая была Пумба. Спасибо, за новый хик. Берегите себя, берегите здоровье. Я к тебе, всем пока.